Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео мы с вами поговорим о правильном кошельке. Нас очень многие спрашивают, почему в одних кошельках вводятся крупные деньги, а в других их никогда не хватает. Вы знаете, ответ достаточно банален и прост, потому что это правильный кошелек, который умеет притягивать деньги в жизнь своего хозяина. Далее, друзья, в видео мы поговорим о том, что же нужно сделать, чтобы ваш кошелек стал притягивать деньги и как же его правильно выбрать. Напоминаем вам, что кошелек – это дом для денег. Им должно быть комфортно и уютно в таком домике. Так же самое, когда вы имеете свой дом или свою квартиру, свое жилье, вы также обустраиваете так, чтобы вам было комфортно и удобно на кухне, в столовой, в спальне и так далее. Вот так и здесь нужно понять, почувствовать и также сделать все так, чтобы и деньгам также было комфортно и уютно. И напоминаю вам, что в кошельке должно быть минимум 3 отделения. Это для мелких купюр должно быть отделение, должно быть для крупных купюр и для мелочи. Конечно же, чем больше отделений, тем лучше. Конечно же, желательно, чтобы ваши купюры в вашем кошельке не сгибались. Кошелек должен быть достаточно дорогим. Конечно, у каждого понятие «дорогим» все относительно. Потому что у одного кошелек может быть и Gucci, и Dolce & Gabbana, например, да, а у другого может быть кошелек совсем простой, но в то же время он может также привлекать деньги. Здесь, конечно, работает закон Вселенной. Подобное притягивает подобное. И, к сожалению, дешевый кошелек – это энергетика бедности. И это понятно, знаете, как вывод, что больше денег – он не привлечет, потому что он изначально была поставлена задача купить как самый дешевый кошелек. Поэтому никогда не жалейте денег на покупку кошелька, потому что они очень скоро к вам вернутся, да еще и старицей. Также никогда не оставляйте свой кошелек пустым. Знаете, это очень плохо. Поэтому всегда оставляйте в кошельке монетку на развод. Очень часто женщины, идя на рынок, идя в супермаркеты, в торговые центры, стараются вот, купить все, что им нужно для дома, вот прямо, чтобы вытащить со своего любимого кошелька полностью все деньги. Это делать не нужно. И, знаете, еще на проезд вот оставить там энную сумму денег и приехать домой, ну, вообще вот на нуле. Но женщина знает о том, что у нее дома в тумбочке, где-то в сейфе есть денежка. Вот так делать не нужно. То есть даже вот это расстояние, что вы едете домой, кошелек у вас пустой, это тоже не есть хорошо. Поэтому всегда деньги оставляйте на развод в своем кошельке. Далее, кошелек должен быть изготовлен именно из натуральных материалов. Это кожа или замша, это шелк, шерсть, лен. Почему? Потому что искусственные материалы препятствуют движению денежной энергии. Что же касательно цвета кошелька, то лучше всего здесь выбирать оттенки металла и земли. Это золотистый, желтый, это от бледного до ярко-оранжевого, это коричневый, черный, это зеленый. Также вы можете использовать и красный кошелек, если он вам достаточно очень понравился. Бывают такие ситуации, что вот, знаете, вот вы знаете о том, что вы должны выбрать золотистого цвета или желтого, коричневого или зеленый, но вас, например, потянуло к цвету фиолетового кошелька. Ну, бывают такие случаи. Вас именно потянуло, ваши глаза остановились на таком кошельке, вы открыли его, и вы поняли, именно, что это именно ваш кошелек. Берите, покупайте и наслаждайтесь вот покупкой и использованием этого кошелька. Но напоминаем, что мы покупаем кошелек всегда на растущую луну. После того, как вы купили кошелек, вы его обязательно должны оживить. Для чего? Для того, чтобы деньги в нем держались сразу. Поэтому положите в него неразменную монету. Это может быть, например, 1 или 5 рублей. И пусть эта монета хранится в вашем кошельке постоянно. Бывает такая ситуация, что у вас может быть и 1 доллар банкнота. Переложите эту денежку, эту купюру, эту банкноту уже в новый кошелек. Друзья, далее в кошелек нельзя, напоминаем, вот нельзя
класть фотографии близких людей, чеки, квитанции, разные бумажки. Почему? Потому что они препятствуют движению денежной энергии. И кошелек не предназначен для того, чтобы складывать туда все, что вы захотите. В обязательном порядке следите за порядком в кошельке, это очень важно. Раскладывайте купюры по номиналу. А если у вас попались вам деньги загнувшиеся, то обязательно разглаживайте загнувшиеся уголки для того, чтобы ваши банкноты были сложены в вашем кошельке красиво. Также в обязательном порядке почаще повторяйте про себя такие установки. Деньги меня любят, я люблю деньги, деньги притягиваются ко мне. Мое благосостояние растет с каждым днем. Как вариант, вот эти слова установки вы можете записать на листок бумаги от своей желательно руки и положить это в кошелек. И как только вы открыли кошелек, вы увидели эти слова и вы их произнесли. То есть чем чаще вы это произносите, тем лучше для вас. Друзья, обязательно в комментариях напишите денежную одну установку, которая больше всего отзывается у вас. Напоминаем еще раз наши установки. Деньги меня любят, я люблю деньги, деньги притягиваются ко мне. Мое благосостояние растет с каждым днем. Давайте все вместе благодарить Вселенную за то, что она нам дает. Давайте ее благодарим за изобилие, за то, чтобы в вашей жизни всегда был достаток и было благополучие. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». В обязательном порядке ставьте лайк этому видео. Если вам было видео полезно и нужно, напишите в обязательном порядке установки, о которых мы говорили ранее. Если вы еще не подписались на канал наш, подписывайтесь на наш канал. Ну а мы с вами, друзья, прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Будьте в изобилии!